Друзья мои, всем привет! Это у нас Assassin's Creed Истоки, и мы продолжаем играть. И уже вроде как игрушка должна релизнуться, когда вы смотрите этот ролик. Не забывайте поставить лайк, подписаться. Ну, а мы с вами будем выполнять интересные миссии сегодня. Давай! Боёк! Сейчас будет что-то интересное. То, что я хотел сделать в тот раз, самое время сделать сейчас. Это то, что мы обещали нашему сыну, а что мы расставим камни в нужном порядке по соответствию богам. Как это сделать, я пока не знаю. Это сайдовая заданница, не сюжет, но по сюжету мы сегодня тоже пойдем. Так, найти созвездие, повернуть звездный узор. А вот, смотри, вот оно, вот. Вот оно. Вот. Папа, почему в Египте так много бедных? Действительно, хороший вопрос. Почему в Египте даже сейчас, в наше время, нестабильная политическая ситуация и странно вообще, что у них там происходит? Ну, там есть пирамиды. Я бы хотел побывать там, увидеть их. Лайк, если ты был в Египте. Ну и просто напиши, если там не был. Зато у нас, я же говорю, тут тепло, отличная погода. Все замечательно. Мы сделали просто, знаешь, задачку простейшую. Мы просто переставили созвездие на его место. Область пройдена, круг камней Амона. Я думаю, что это неинтересно. А, одно очко способности получаешь. Урон и увеличение здоровья. Уровень третий, хорошо, но мне пока это не надо. Я как-нибудь без этого разберусь. А что мы делаем дальше? Давайте посмотрим карту. Для начала давайте поглядим на карту. Запретная зона — это места, которые нежелательно посещать. Давайте глянем заданицы. Ложный пророк, обещание. Маяк намерен убить Медудамона, лжепророк, обладающий... Это мы знаем. А убить его 1000... Но это надо с 5-го левела. У нас только 3-й вот-вот должен быть. Обещание. Найдите круг камней в Египте. Такое дело. Я вот не знаю, надо ли нам сейчас это делать. 401 из 12. Прости меня, игра, но это долго. Ну, в данном случае я хотел бы что-то более интересное вам показать. Так, слушай, а может нам реально завалить лагерек? Убить капитана и собрать сокровища. Сейчас попробуем вернуться в то место. Интересно, а мой верблюд вернется или нет? Как говорится. Но мне кажется, что наш братишка-верблюд, наверное, возвращаться к нам не планирует. Желателен урон 12. Это не там. Задание, снаряжение. А что у нас улучшилось? Вот. Хапеш, кровотечение, это не то. Топоры. Редкий топор 2 уровня. 12. Атака 52 в секунду. Вообще, кстати, неплохая такая тема. Сиванский посох. Без оружия. Я вот что думаю, давай возьмем вот это. Ну, типа, крутое вроде как должно быть. 35 удар. Это дело мы поменяли, хорошо. А щитов у нас вроде бы как бы не было, мы ничего особо не находили. Надо либо сделать, либо найти. Разблокируй, я тебя понял. Так, тут ничего не делается. Может, какой-нибудь лук у нас новый есть? Нет, все первого левела. Тут закрыто. Братиш, чуть тебя скиталец используется. Написано нажать Е, но это странно. Так, что тут у нас? Необходимо больше материала. 13 шкур животных находишь, по типу, как было в Far Cry. И тогда все нормально. Я помню, мы бежали сюда, бежали. И нихера, по сути, не добежали. Ну, хвала небесам, спасибо какому-нибудь там богу Египта, потому что у нас есть верблюд. Наконец-то, мой хороший. Значит, смотри, что мы делаем. Найди Медудамона и убей его. Желательно иметь 5-й уровень, я понимаю. Но у нас его нет. А посему давай попробуем как-нибудь хотя бы наверстать его. Игра нетороплива. По сюжету бежать, наверное, нет смысла сейчас. А вот заняться делами было бы очень даже неплохо. Так, я попробую опять же доучить управленца. Оно такое странное, на самом деле. Хочешь, ты плохой? Как ты, блядь, меня увидел, Гондонина? Ты как меня заметил-то, падла, блядь? А, его так тихо не убьешь, да? Нормально! Мазеров гад! 173 дамага! Это новый лагерь. Его, короче, проходишь и получаешь повышение уровня. Вон там говнюк один. Я хотел это дело просканировать, чтобы понять, кто где находится. Но, видимо, это не то, что мне надо.
Так, нам на вышке бич. Тихо. Сейчас будет. Ну, а по стелтику. Сейчас все будет красиво. Он палит меня, да? Нормально. Так, обыскать. Полный боезапас. Мне ничего не надо. Так. Как бы отсюда прыгнуть, чтобы не сдохнуть? Немножко жизни забрало, но, опять же, не критично. Мы тренируемся. У нас сейчас по-прежнему идет тренировочка того, как все это должно проходиться. Тихо. Опа, шикарно. Враги тупейшие, блядь. Либо враги тупые, либо люди тогда в Египте были не особо умные. Здесь травы до хера. Трава растет прям дома. Нормально. Нормалек. А смотрим, где-то здесь должны быть сокровища. Что-то здесь представляет колоссальную ценность для нашего героя. Так, обыскать. Эти пару монет не то, ради чего мы сюда приперлись. Здесь должно быть что-то более крутое. Воу! Тихо стоять! Ты что, охренел, что ли, мудень, блядь? Воу, куда он пробыл? Спустись, я здесь! Фак! What the fuck было? Как-то он их совсем жестко выносит. Пока не могу понять, как враги себя ведут. Ведут они немножко туповато себя, на самом деле. Да что такое дело? Веду на моно выше вашего на 2. Я понимаю, поэтому мы ходим, бродим. Гениально, блядь. Сука, Блэд, а? Давай, убивай его. Убивай. Убивай этого педага, убивай. Ага, действительно. Так, вон там еще один есть. Ну, а здесь нет смысла, лучше по траве как-нибудь пройти. Умен не по годам, блядь. Во, мы его позвали. Сейчас мы его... Пшик, и все. Привет, братишка. Так, этого вырубили. Где ваши сокровища? Бэтмен спрашивал, где детонатор. А я вот спрашиваю, где... Ваши сокровища уедели. Мне кажется, здесь, наверное, ничего интересного нет, и туда идти, наверное, тоже нет смысла. Так, погнали дальше. Там внизу народа куча. Мы здесь были, помнишь, мы здесь лазили. Но что-то я внизу там народа особо не помню. Эта штука — это ловушка. Уже ловушку ставили. Странно. Я думал, как-то сжечь этот лагерь можно или еще что-нибудь такое жесткое сделать. Так, ловушечку поставили. Тут можно типа спрыгнуть. Не умрешь, конечно, но тем не менее. Там что-то плавает. Там что-то уже плавает. Так, покажи-ка мне, пожалуйста, где тут что может быть ценное. Чтобы я примерно понимал. Минута моно 300 метров. До него мы добраться всегда успеем. Так, ценные вещи. Вы где? Нет, то, что тут можно полутать, это понятно. Но должно быть какое-то определенное сокровище. Нет. Хо-хо-хо-хо-хо-хо, неплохо. Чувак, ты горишь? Ты горишь, блядь? Это фиаско, братан. Просто фиаско. Почему ты не потух? Ты же египтянин, блядь. Ты должен был потухнуть. Нет, я понимаю, что, может, какой-нибудь бог там огня был бы рад такому исходу событий, но какого хера? Что-то мы сдохли как-то... Знаешь, во многих играх, если ты загораешься, ты тушишься потом автоматом. Здесь это дерьмо не сработало. Иди знай, какого черта. Так, значит, надо понять. Капитана мы вальнули. Это ясно. Шджех лагерь. Смотри. Опа, и сейчас сразу его в кусты туда. Мы должны потренироваться на этом деле. Бери его! Уж как-то можно уволочь было. О, вон, видишь, синим горит. Походу, то сокровище. Мне так кажется. Мне так кажется, что это то, что мне надо. Дорогой Мутис, мы должны удержать позиции в Сиве, иначе не сносить нам головы. Я люблю тебя всем своим Ка, но никакие подношения богам, никакие молитвы не могут заменить двух воина. Сражаться и разговаривать с богами. Вот что... Хуёвенько. Как нам скрыться? Никак!
дурак, блядь! Ну, неразбиваемый. Сука, 173 дамага. А многих людей горело от того, что как в каких-то дешевых китайских, корейских играх показан дамаг. То есть у фанатов как бы пригорело. Я не могу сказать вам, как бы я доволен этим или нет. Какого хера тебе надо, гондонина, блядь, что ты? Что тебе? Мощно. Мощно! Ау! Мне, по-моему, дали какой-то бонус. Он горит! А, нет, показалось. Неудобно с геймпада целиться, нет автоприцела, для меня лично неудобно. Ну, мы поняли, что он пошел, короче, что-то там творить. Давай быстро заберем сокровища. Предмет для задания, инструменты кузнеца, убить капитана и забрать то, что надо. Область пройдена, короче говоря, друзья мои, давайте смотреть, что делать нам далее. Так, огромное количество бандюганов. Я не знаю, куда он побежал, но походу что-то он побежал делать. Мне не очень нравится, когда меня так из-под тишка бьет. Хорош. Хорош! Хорош. Да чё тебе надо-то, блядь? Барцелли R3. Вырубаем и делаем R2, жесткий удар ему. Падай, блядь. Падай, бич. Да бей ты его, хули ты танцуешь-то возле него. Мало чё. Я какую-то читерскую хероту поднял, видимо. Игра была как бы по предзаказу. То есть дали плюшки, такие же дают, которые там. Так, все, валим отсюда нахер. А, итого, что мы с вами... Кстати, я могу сейчас использовать... Ой, там кто-то бежит. Там кто-то, по-моему, подмога спит сюда. Перепрыгивай. И давай застопоримся здесь. Мы типа с тобой зашкерились и лагерь зачистили. Давай глянем, как это смотрится теперь на... Недоступно, почему? Во. Так, он находится где-то в этой области. У нас с тобой задание цели. Ложный пророк, 400 этих снаряженец. Я вот что думаю, что бы нам такого поставить-то? Нет способности. Есть одно очко умения, которое хотелось бы сейчас по уму вкачать. Можно прокачивать воина, можно прокачивать провидица и охотника. То есть выбирайте режим, который вам больше всего подходит по душе. Это что у нас? В парящем полете сену можно отмечать врагов и важные цели. Это хорошая тема. А что у нас здесь есть? Что это такое? Призвать транспорт. Чтобы призвать транспорт. Это у нас уже имеется. То есть это прокачивать нет смысла. Рассветы и закаты. Удар в воздухе, я думаю, что надо выкачивать. Отлично. С этим мы разобрались. Предметы. Тут есть и сюжетные предметы, и какие хочешь. Но опять же, у нас третий левел. Я не знаю, идти макаться... имеет ли резон вообще это делать? Пока я не знаю, что сказать. Так, людишки бегают, людишки в панике. Ну и вон прибежал, видишь, на верблюде. Нормально такой, да? Пацик, блядь, а? Такой прибежал сюда. Ладно, херотень с тобой. Пошли попробуем на этого Мединуму, блядь, напасть. Посмотрим, Мединамон. Эй, хламон, Мединамон! Сейчас мы тебе в бузине, в боярышнике затесались. Мидидук! Ты чё там закряхтел, Мидидук? У Мидидука, видимо, какие-то свои дела, проблемы. А давай попробуем вырубить дверь. Херак! Ну, здесь двери, видимо, пули непробиваемые. Так просто не пройдешь. Что? Я, кажется, услышал, где-то Миша Маваши кричал. Все хорошо. Так, это нам не надо. Sonova bitch! Sonova bitch! Sunshine every day! Здесь, видимо, можно купить... Что тут? Взаимодействует. Купить-продать. Давайте посмотрим, что может... Так, нажми ты. Нажми. Ферный костоед. Сколько у меня денег? 1100. Это беспокойный верблюд не может устоять на месте. Анаполис. Да-да, греческая кобыла. Здоровая, воспитанная. Это вроде хороший всадник. Костоед. Я, наверное, еще подкоплю немножко, чтобы купить годного... Или я могу продать? Скиталец. Скиталец стоит 60 золота. Дархам, или как они здесь называются, местная валюта в Египте. Она до сих пор, по-моему, так называется, вроде бы. Вроде бы. Не скажу точно. Камергабы! Кто-то Габи назовет, кто-то Камергабы. Но у нас вроде уже начинает рассветать. Сейчас мы найдем Мединамона и попробуем вальнуть его. В этом деле нам поможет наш верный орел. Наш верный орел, найдите цель. Желтая линия указывает направление вашей цели. Полетели, моя хорошая. Сейчас будем искать. Цель найдена. То есть я не успел даже долететь, но цель уже найдена.
Пришло время завалить тебя, падла. Так, где ты там? Ну, сюда забраться вообще несложно, я думаю. Он спит. Кстати, пока он спит, давай попробуем воспользоваться тем самым моментом и завалим его. Вот это фейл, на самом деле. Может, на пекарне этой прогрузки не будет, но она просто дико удручает меня. Так, пока наша цель спит, мы тихонечко проберемся и завалим ее. Да не орите, пожалуйста, женщина, я же для вашего блага стараюсь. Сейчас. Давай, 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 давай. Вон там два бича вижу. Ленивые невежды, найдите себе дело. Тихо, не барагось. Не надо барагозить, сукин сын. Ще все будет найс, все будет найсово. Сейчас заберемся сюда. Наверное, на крыше должны быть сторожевые, я так понимаю, да? Открыто, вообще насрать, блядь. Любая стена вам не преграда. Так, тут Танхамон, ты там где там засел-то? Блядь, там у него охрана дохера, я тебе скажу. Храм Амона. Народа там, блядь, жопой жуй. Ай, 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 ай. Прыгай, 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 быстро, блядь. Тихо, тихо, там что-то дохера. Там что-то очень много людей. Ох ты ж, господи. Там 5-го левела чел, которого так просто не вырубишь. Так, залезем сюда. Я так хочу пить. А я пить, давай поможем друг другу. Ой, тихо. Тихо, ша, блядь. Как-то ты можешь свеситься, братиш? Ты же умеешь. Бля. Тихо. Мы уже фактически тут. Блядь, а тут была лестница. Окей. Слушай, а сзади этого челика можно завалить будет? Я просто не хочу лажать. Хотелось бы как-то по-скрытному все сделать. Хорош! Вот он. Убирай его, блядь! Хули ты встал, долбоёб? Чем там же было убить? Ёбаный насос. Так, тихо, 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 тихо. Жизни мало, жизни мало! Медунамона бей! Бей Медунамона! Подожди, подожди, стоять! Там была кнопка убить его или что-то с ним сделать. Какого хрена была десинхронизация? Объясни мне. Да, у нас неправильный уровень, надо еще 2 левела прокачать. Но, там была кнопка, мы пробрались к нему, когда он спал. Мы тихо убили охранника 5-го, мать его, уровня! Что с тобой, игра? Сука. Я вот думаю сейчас попробовать вальнуть этого сукиного сына! Все равно мало, да ладно! Его надо как-то вырубить, блядь, постараться. Добейте противника, удерживая рядом с ним треугольник. Давай, давай! Я ж убил этого петушару сраного, блядь. Ладно. Ладно, я понял. Добивать. То есть так сразу убить нельзя. Надо именно подойти, как делал Эцио Аудиторе, и добить его. Жестко, согласен. Но это первый наш Медунамон, который мы тут завалили. Первый, так сказать, лжепророк, который возомнил себя таковым. Ты вернулся сюда. Твой час пробил. Но мое дело еще не окончено. Я был близок, так близок к тому, чтобы даровать вечную власть сильным и достойным. Достойным? А? Крипта подарит нам силу богов. Что есть жизнь мальчишки? Жизнь мальчишки? Папа? Честно говоря, немножко странно было с добиванием. Пришел, убил, ты сделал скрытую атаку сверху. Там нереально выжить. Геймпад бьется так, как к сердцу. То есть такой вот странный эффект. Ну, они вернулись к истокам, когда, помните, ассасина добивали, была такая заставка. И кто-то говорил какую-нибудь умную философскую мысль, как будто из паблика ВК. Ну что ж, я напоминаю, это наше первое убийство, мы сейчас будем это все дело изучать, копаться, смотреть, как это работает. Можно убить даже с 3-м уровнем этого Медунамона. Почти. Эй, еще, еще. Ага. Ну? Ну, я попробую. И пущу 2 за раз. Да ну.
Да. Раз, два. Готов? Да. О, это ты меня сбил. Ты. Киму, сюда. Я нашел гиен. Правда? Да. А, иди. Увидишь, там 16 гиен. 16? Жутких и страшных. Знаешь что, я бы лучше сходил на охоту с папой. Ну, ты вечно трусишь. Ну. Эй, эй. Пойдем поохотимся, а? Ладно. Давай. Такс, наш герой, да? Не узнать его сейчас. Оракулу нужна шкура горного козла для церемонии. Твое место подле фараона. Верно, Бай? Ну, естественно. Ты ведь Миджай. Стану Миджаем и тоже буду возле фараона. Тебе не стать Миджаем. Ты слишком труслив. Неправда. Забавный перевод так такой. Так что насчет тех гиен? Молчи. Прекратите. Этот песок обжигает ноги. Извлеки из этого выгоду. Бегай быстро. Между прочим, говорят, что это полезно, бегать по песку. Тогда я хочу бегать, как ветер. Нам туда. Можно с вами? Тебя мать дожидается. Ладно, до встречи, Хему. Увидимся. Добудьте шкуру вожака. Где-то рядом. Но сойдет не всякий зверь. Нам нужен вожак. А это который? Ну, самый рогатый. Тихо. Вон и там. Сейчас нормально все будет. Сейчас будет. Пригнись. Если не уподобимся богу скрытности, мы их точно спугнем. Бог скрытности. Да, папа. Мы как незримые. А, о нет, я их спугнул. Ах ты ж, зараза, это вожак, смотри, 57. Погнали! Смесь Far Cry-чикова. Я хотел этого фламинго жахнуть. Мы сможем. Бей! Вместе. Блин, да что ж такое-то? Хотел фламинго жахнуть, не получилось. Действительно напоминает Far Cry Primal чем-то. Смесь с Horizon, я бы даже сказал. Вот и стадо. О, Анубис, это он? Огромный. Отец, воу. Он убегает! Стоять! Куда ты побежал, бля? Вот. Он страдал? Ты меня не убьешь. Да. Выстрел в сердце почти не причиняет боли. Идем за шкурой. Погнали за шкурой. Нужно отнести. Приведи к ему храму Амуна. Папа, я хочу выстрелить прямо в солнце. Пустишь, но стреле придется стать сену. Представь, все мои стрелы сену. И тогда от меня не уйдет никто. Мощно. Ты хотел взглянуть на фараона вблизи? Да. Хочешь стоять со мной подле него? Ну что, убили сразу и фламинго? Конечно, нормально. Будущему Миджаю можно. Папа, а кто такие Миджаи? Первые Миджаи охраняли лишь фараона. Но сейчас они должны защищать всех жителей Египта. И не только защищать. Обеспечивать благополучие. О, отец, я так рад, что стану Миджаем. Тогда я узнаю все тайны Сивы. А что, если я не смогу стать Миджаем? О, ты сможешь. Ты мой сын. Но я боюсь. Я думал верблюда призвать. Я хочу быть смелым. Иначе долговато бегать придется. Так, постой. Давай сюда. Пойдем туда. Когда я был маленьким, я тоже иногда пугался. Твой дедушка тоже был Миджаем. И он хотел, чтобы я стал его достойным последователем. Да? Однажды он привел меня сюда. Наверху он сказал мне кое-что. Одно слово. Главное. Только одно? Я забыл о страхе. И знал, что справлюсь с чем угодно. Что он сказал? Скажу, когда мы придем. Вот большой плюс, ты можешь залезть где угодно. Я думал, как, зачем надо бежать 800 метров? Сделайте в виде заставки, где отец рассказывает сыну все эти нюансы мировоздания. Ну, блядь, ну 800 метров бегать? Без верблюда? Ленивая ты жопа, можно сказать. Так, побежали сюда. Нам, походу, где-то здесь надо. Так что же сказал твой отец? Вниз.
Не размышляй. Вниз. Да, папа. Прыгай. Верь мне. Прыгай. Просто верь. Сейчас. Мне. Все будет нормально. Так, прыгай. Вернись, ты не готов. Но я смогу, папа. Смогу. Я сказал, умолкни, паршивец. Нет, на помощь! Это Чинзира. А ну молчать! А ну бегом к маме. Не бойся за Чинзиру, я помогу ему. Миджай Баек! Ну? Ну? Нас мне позвали, страшно. Походу. Не хочу идти один. Хема, хоть раз в жизни не будь трусом. Ну! Миджай Баек! Да, я и правда Миджай. Кто меня звал? Спрячь оружие и иди за мной. Мы же хотели только поговорить. Ау! Какая-то жесть. Дайте отпор солдатам. Какого хера они вообще руки на детей распускают? Алло. Вы еще? Иди. Давайте увольнем отсюда. Привет, ублюдок. Так, пошла, родная. Дайте отпор. Сейчас дадим. О-о-о, стоять. А? Так, возьми цель и держи хотя бы одну из целей. О-о-о, я боюсь, что вряд ли я дам кому-то отпор. Их слишком много, они одеты, у них броня, у них вся херня есть с собой. Либо реально надо их перебить. Но у нас оружие слабое. Загрузка. Сейчас проверим, либо так надо было, либо это я что-то заложил, походу. Походу, все правильно. Идем дальше. Один звук, и ты труп. Почему так долго? Следуй за человеком в маске. Пошли незаметно, скрываясь в тени. Понимаешь, там реально людишки были. Мы не завалили. Сейчас, с нашим оружием, которое мы в настоящем времени. Может быть. И то не факт, опять же. Видимо, все хитрые Ubisoft продумали за нас, где и что надо делать. Где надо помахать, а где могут и тебе по мордасам дать. Музыка такая, знаешь, не совсем подходящая к тому времени. Какой-то стимпанк начался у нас. Не знаю, ложный пророк, и мы продолжаем это, между прочим, сюжетка. Они сказали, что хотят лишь поговорить с ним. Что я натворила? Молчать! Мы умудрились пролагнуть даже здесь. Что-то слишком темно, по-моему. Слишком темно здесь. Вряд ли нас убьют. Что-то здесь должно произойти, а что, пока неизвестно. Пока идем просто. Ну, даже комментировать нечего. Просто долгая игра. То долго идешь и смотришь. Опять загрузка. Вот я, помню, бесился в Ассасине из-за этого. Хемо, ты цел? Ну что ж, попробуй. Не трогайте сына! Твой сын хотел бы кое-что тебе рассказать. Покажи ему сферу, Ибис. Мы думаем, чтобы открыть крипту, нужна она. Мы зря тратим время! Мальчишка напуган, все хорошо. Папа, они хотят узнать все о крипте. А еще что нужно делать с этим? У Миджаев ведь должен быть ключ к разгадке или подсказка. Я ничего не знаю о крипте! Прошу, отпустите сына! Да. Фараона известили! И он нас смогут найти! Здесь. Живо! Поговори с сыном. Не откроешь крипту, когда вернемся, больше его не увидишь. Папа! Я все сделал, но... Все хорошо, сын. Нет? Папа, я его достану. Нет! Хему, нет! Но они хотят нам зла. Хему, они...
схему! Рисковая дело. Пустая трата времени! Схему! Время вышло. Говори! Я не знаю. Нужно идти. Я вырежу мальчишке сердце. Нет. Стой. Лишу его жизни после смерти. Нет, я все скажу. Нет. Да он тянет время. Что это? Стой. Это безумие. Змей решил, что это твой ответ. Нет! Нет! Хему! Хему! Пацана взяли, убили. Заткнись! Нехеровенько. Вырубили-то его. Тут какая-то жесть вообще происходит. Я до конца еще сюжет не понял, но здесь должно быть вроде что-то такое вот замутное. А мы-то думали, что ты мертв. Мистика, я же говорил, будет мистика. Мистика! Ты не смог спасти даже собственного сына. Ты ничтожество. Баек из ниоткуда. Отец без детей. Вот! А это за моего сына! Да примет тебя незримый! Владыка Дуата ждет! Я нихуя не понял. Ну, видимо, что-то здесь случилось. Короче, было похоже на яблоко Эдема, которое мы так давно искали в прошлых частях. И, видимо, сын должен знать, как это яблоко открыть для этих самых жрецов. Фараона оповестили. То есть, слава богу, он хотя бы с ними вроде как не в сговоре. И, видимо, такие вот части воспоминаний с мистической такой подоплекой будет всплывать после каждого убийства мало-мальски важного уёбка в этой игре. Хорошо. Загрузки. Помните, сколько прекрасного было сказано в том же Синдикате, в тех же других частях игры, когда мы с вами проходили, естественно, Ассасин. Долгие муторные загрузки. Это, видимо, просто камень, знаешь, преткновения, Ubisoft. Ну, графон прикольный. Даже для PlayStation 4 смотрится хорошо. FPS-ок мало, это видно. FPS тут даже 30 бывает нет, мне кажется. Я вижу дерганность картинки, это печально. Отлично, друг. Герой вернулся. Ты принес нам радость. Мне нужно в Александрию повидать Аю. Не торопись без нужды. Себе всегда нужен Меджай. Теперь ты защитник этих мест. А я рад помочь. Загляни ко мне, когда соберешься в путь. Выпьем пиво за нашу дружбу, а? Уже тогда пивас глушили. Понятно, почему пирамиды такие ровные. Так, ну что. Так, реликвия Оракула, предмет для задания. Ибис Медунамон. Все хана. Так, мы получаем бонусы. Они штички. Сейчас, короче, посмотрим, что может прокачать за это дело. Это что такое? Водяные крысы. Бандиты заняли крупный ручей, за доступ к нему берут с крестьян бабло. Воссоединение семьи. Мужчина по имени Теремон. Сейчас делаем. Сейчас мы все это пройдем. Да хранит тебя ОМОН. Удерживай для отслеживания. Давай сначала глянем. Фу, сколько всего интересного. Так, снаряжение. А качество 6, атака 73. Хорош. Вот что мне надо было. Костюмчики есть? Костюмчиков у нас нет. Поэтому костюмы придется делать. Видимо, или открывать. 2 из 12, 1 из 13. Маловато будет. Так, здесь щит. Деревянный щит. Качество 10 на 4 лучше нашего. Естественно. Было бы странно не поменять его. Инструментец. Что у нас тут есть? Олежь, ничего у нас тут полезного нет пока что. Способности. Можно прокачаться. Так, что это такое у нас? Парирование, отразить в режиме блокировки щитом. Хорошая тема.
Усилить мощный удар. Давай усилим. И сразу открывается уже древо охотника, чтобы можно было нормально прокачиваться. Предметы. Это нам не надо. Что-то вообще такое. Игрушечную хему и так далее. Так, снаряжение мы разобрались. Задания более-менее ясны. А есть сюжетка. Тут все более-менее понятненько, что делать надо. Да хранит тебя ОМОН 9 метров. Покинуть силу, поговорить с Хебзефой, когда вы уже готовы будете покидать эти места. Ну, у нас есть парочка заданий, которые хотелось бы выполнить. Желательно уровень 5. Вот давай сюда подойдем. И будем это делать. Давай с водяных крыс начнем. А, их можно оба взять. Мне нужен родник в пещере Амонаи. Дорогу я знаю. Надо заглянуть. Надо заглянуть. Теремун. Так, сначала давай посмотрим водяные крысы. Крупный ручей, вот это интересно. Найдите там это ручей. 380 метров. Не так далеко бежать, но мы должны с вами наяривать себе опыт. Должны более внимательно вникать в сюжеты и так далее. Да, в канале, конечно, здесь лютое творится. Что-то там зарычало мне еще. Пещера Амонаи скрыта в горах, северо-востоку от дома. Пещера, это хорошо. А можно я на верблюде туда отправлюсь? Мальчик мой, ты где? Я буду тебя называть Гошей. Мне кажется, для нашего няшного верблюда имя Гошан идеально подходит. Он Гошиный, он будет Гошей. Гошиный Гоша. Оп, молочек какой. Между прочим, где-нибудь в Арабских Эмиратах гонки на верблюдах вполне себе нормальная тема. Они развивают скорость довольно большую. 60, это 65 км в час, может свободно бегать. Ах ты ж, подлюка, твою мать, а! Так, давай, спишься и побежали. Прости, Гошан, но мне придется тебя оставить. Так, там все окей у нас. Сука, 150 метров. Цель рядом, нажмите, чтобы призвать Сену. Сейчас мы Севу призовем. Так, давай сюда. А, вот так, 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 цель, 160 метров. Вот, вот наша цель. Надо просто найти было это дело. Здесь нужен какой-нибудь горный козел, я так понимаю. Верблюд здесь не пройдет. Это немножко не то. А вот если надо будет отправиться в Александрию... Мы с Аей приходили сюда в детстве. Похоже, разбойники там. ОМОН, их там так много! Кет? Это ты? Что случилось? Байк! Тихо, я понял. Сейчас, подожди. Сейчас, братиш, я полутаю. Так, убей бандитов, которые заняли пещеру. Ты что-то хочешь мне рассказать? Вот стервятники. Я понял. Я понял, что все херово. Так, тихо. Плохо дело. Ой, херово. Нас палили, кажется. Вот, сука. О, бей! Хули ты стал, придурок, блядь! Бей его! Вот так. Бей давай! Сука, четвертого левела хер. Давай, долби! Вот. И еще раз. И еще раз вот давай! Малорик, блядь, по щиту бьет. До жопы, блядь, удары. Давай. Блядь. Уходи, блядь, уходи! Хули ты застрял в сраной текстуре, мудак! Ёбаный насос! Так, убери цель. Сука, неудобно ни хера. Так. Пещера, она еще темно здесь. Ни хера не видно, нормально. Все, я зашкирился, поцы. А, они все равно меня видят. Может, на свет, блядь, выйдем хотя бы? Повоюем, там не видно ж ни хера. Беги, мудак! Беги, сука. Так, давай. Не по карману и, не, как говорится, не по нам эти ребята. Ух, там их до хера. Фух, надо еще аптек придумать, как намутить. Все, прячься. Сейчас чуть-чуть подхилимся. Можно будет. 3-3-3-3-3-4. Ох, ты ж ебическая сила. Слушай, а может из лука их как-то загасить? Они ж меня типа не видят, правильно? О, как плохо дело! Вали! Давай.
По очереди, сукины дети, по очереди. Они взяли и убежали обратно. Вы что, пидорасы, что ли? А что они стоят? Интеллект! Что с интеллектом этих египетских ребят-бандитов? Что это было? То они меня чуть не грохнули, то ведут себя как мудаки. Странно. Очень-очень странно и немножко непонятно, как они так действуют. Вон там есть важные шишки, которых надо убить все-таки. Давай, 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 давай. Так. Вали его, блядь! Все нормально. Все хорошо. С этим расправились. Там где-то притаился еще один хрен. Блин, тут реально темно. Только ноги себе не поломай, пожалуйста, я тебя прошу. Прощай, дружище. Вот так. Вряд ли здесь еще объявятся разбойники. Действительно. То есть он как бы их не убивает. Это, видимо, сказывается на финале, на концовке. Либо ты убиваешь, либо не убиваешь. Хорошая, плохая. Странно. Бля, я его убить хотел. Он снова наш. Хвала богам. Крестьянам очень нужна вода. Я так тебе благодарен. Будто наш Меджай вернулся домой. Всегда рад помочь. Да хранит тебя Амон, Сенни. Да хранит тебя Амон и Собор и так далее. Фу, пещеру можно было бы полутать, там сокровища немерено. Давай глядим-ка, что у нас есть еще. А какие у меня еще были квесты фейковые такие вот? Так, дополнительные, что у нас тут есть? Воссоединение семьи. Теремуна и остальных обещаний. Вот поехали. Задание второе делается, в принципе, не это самое. Круг камней. Фу, 270. Ёпты, туда возвращаться придется. Если я тут упаду, я боюсь, что я уже не выживу, наверное. А! Это было больно. Это было действительно больновато, я тебе скажу. Давай, прыгай! Посрать, что там как... Мы не разбиваемся. Если он голыми пятками бегает по очень обжигающему песку, то ударится об скалу, я думаю, не проблема. Нормально все. Так, крестьян держит за храмом Амона 150 метров. Сена, она просто выручает нас по жесткому, я тебе скажу. Так, где у нас там этот храм? Вон, 150 метров, побежали. Цель найду. Сейчас быстро проверим, что там такое. 130 метров. Не могу пока сказать, нравится ли мне новый Assassin's Creed, честно. 50-50 пока что. Надо время. Здесь нельзя сказать. Это как вино, ты должен его распробовать. В данном случае аналогия очень даже имеет место быть. Мы поиграем, посмотрим. Ваша поддержка также, друзья мои, очень важна. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Я думаю, вы это и так знаете. Тут никого нет? Охуенно. Все, пацаки. Бегите, живо. Тело, бегите, верните ремонт. Тело домой. Как мне его взять? О, нормально. Он я думаю, как его взять-то? Наверное, там должны быть враги. Но что-то врагов не видать. Странно. Очень странно. Непонятно. Непонятно, сударь. Прыгать умеешь? Понятно, прыгать мы не умеем. Вон, кстати, враг уже есть. Вопрос только в том, смогу ли я там проскочить аккуратненько. Вот в чем дело. Так. Давай, 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 херач. Херач! Тут что, не спуститься, что ли? А сбросить его? Можно же. Все, вообще говно вопрос. Тело Теремуна надо вернуть домой, на базу. Тут ты пройдешь? Я очень надеюсь, что да. Потому что не хотелось бы там останавливаться. Так. Справа аккуратненько у нас показан наш левел. То есть, чтобы ты всегда, мой друг, знал, где твое место и какой у тебя уровень. Задание, на самом деле, говёное какое-то. Мне не особо нравится. Может быть, дальше что-то будет поинтереснее.
Так, 80 метров, 75. Ты в пальмах живешь, да, братиш? Жил, точнее. Что-то там странное творится. Так, 26, походу мы пришли. Его дома. Они его сожгли нахер. Грустные вести. Где Исса? Лежит здесь, как и ее дети. Вся семья убита? Да. Вижу, Теремун тоже заплатил за свою дерзость. Я говорил, что это бунтарство принесет только горе. Но что случилось? Они заметили солдат и спрятались в погреб. Но солдаты в назидание остальным просто сожгли дом дотла. Мне так жаль. Положи тело тут. Они отправятся в Дуат вместе. Как много смертей в оазисе. Мы не сможем похоронить всех несчастных. Ну, хотя бы частично. Тебя убило вовсе не твое бунтарство. Мир. Мир тебе, братан. Так, задание выполнено. Действия мы только начали. Вроде бы как уже пятый левел у нас. Там больше мира. Отлично. Давай быстренько прокачаемся. Так, карта, снаряженница, задание. Снаряжения пока нового у нас нет. А вот прокачаться надо было бы. А что у нас здесь? Рассветы и закаты. Ну, такое дело, в принципе. Опыт за быстрое убийство. Вообще, тема хорошая. Давай сделаем. Так, готово. Ну, вроде как все. Мы должны вернуться, получается, к нашему братишке. И можно заканчивать снаряжение способности. Обещание. Найдите круг камней в Египте. Дополнительное только одно. Подожди, еще раз, топешечка, что-то я не понял. Еще раз у нас. А, основное одно и дополнительное одно. Все. А, дохранить тебя, соберите, покинуть силу, поговорите. Мы сюда можем вернуться в любой момент времени, опять же. То есть мы никак не навсегда же ее покидаем, правильно? Ну, покидаем ее на время. Здесь огромное количество. Посмотри, сколько здесь всего, блин. Здесь очень много. Сива — это просто маленький такой, знаешь, пук в лужицу. Здесь нереально много всего. Пустыня Дешерет, например. Или Номуап. Оазис Файюм. Мемфис. В древности Мемфис был столицей Египта. Из этого города правил первый фараон. Вот туда бы направиться посмотреть. Ноб Инбухедж. Гиза и так далее. И тому подобное. Здесь нереально много всего. Такс. Погнали, посмотрим. Тут вроде ничего такого нет интересного для нас. 370 метров. Привет, мать твою. Ребята не самые дружелюбные, но нарваться на них пока не стоит. Привет! Да, можно, можно прятаться. А чё бы и нет, такая же фишка у нас была, помните, когда в Лондоне мы там с вами играли? В синдикате. И там примерно так же было, можно было свободно в повозке зашкириться и без проблем спрятаться от назойливой охраны. По деревьям лазить, это, по-моему, с четвертой части, если не ошибаюсь, да, в Америке, где дела происходили. Так. 190 метров. Сейчас до Александрии доедем и там уже сделаем перерывчик, чтобы с новыми силами, так сказать, заняться и новой серией. Ху, мне там сказал, какого ху тебе надо? Все хорошо. Не переживай, братишка, все будет найсово. А что за знак вопроса у нас? Это интересно. Это очень даже интересненько. Это задание, я понял. Просто думал, что за знак вопроса. 400 метров. Аж, подожди, прямо. 400 метров в знаке вопроса. Здесь ничего такого нет. Дом. Собрать сокровища. Мы там уже собрали сокровища. Зачем туда? Что здесь такое? Убежище. Дополнительное задание. Уровень 3. Давай сбегаем, посмотрим. Чисто ради прикола. Там задание. И там задание. Всем, что у вас есть. Домами, детьми и жизнями. Вы все целы. Сейчас посмотрим, что это. Топ-заданий здесь до хера, на самом деле. Так. Баек! Сейчас пообщаемся. Что случилось с твоей кузницей? В
Все эти проклятые солдаты. Капитан Птолемея увидел, что я кую меч, и обвинил в том, что я мятежник. И он был прав. Они забрали мои инструменты. Да, крысы. Всей Сиве нужен кузнец. Даже мне. Я не смогу тебе помочь. Без молотка и клещей я как без рук. А еще этот капитан, а поп его забери, следит за мной. Где сейчас капитан и твои инструменты? У подножья холмов на западе. Лагерь Шеджех. Мы там были уже. Шеджех? Похоже, я уже помог тебе, Бенипе. Сам того не зная. Да мы прошли, мы уже убили там всех. Вот инструменты. А капитан сюда больше не придет. Красота. Наконец-то я открою лавку. Самое быстрое задание в мире. Спасибо тебе. Рад помочь. Я достал оружие, которое спрятал от солдат. Вот, выбирай, что нравится. Как удачно я зашел. Давай, почаще, выбирай. Да. Они одинаково хороши. Молота, выберите оружие. Желательно уровень 3. Я что-то не вижу, может? Где оружие, блядь? Когда соберетесь покинуть... Понятно. Так. А ну покажи мне, да храни тебя молотом по наковальне. Баек хочет встретиться с Аей в Александрии. Это понятно. Выбери оружие, найди инструменты, найди, убей. Мы все сделали. Нам ничего больше не надо. Так, отслеживать. А, во, все, я понял. Давайте посмотрим, что это такое. У этого лука особая тетива. Бьет не очень мощно, зато стрелять можно быстро. Легкий лук. Это что такое? Щит сделан из бронзы и кожи. Надежный. Оружие прямо отскакивает от него. Я вот что думаю, что бы нам такого взять? Что это такое? Да, небольшая, но если нужно расколоть череп, поможет. Булава. А почему нам не показывают характеристики? Я так-то на голос могу тоже не особо понять. Копье длинное и острое. Им ты сможешь бить врагов даже издали. Ой, блин, не знаю, муки выбора на самом деле. Что же мне взять-то? Булаву или щит? Давай копье возьмем. Ну, точнее, вот это вот. Да, небольшая. Давай. Спасибо, друг. Заходи ко мне в любое время, Байк. Подожди, братан, с ПВП, с ТПшечка. Задание выполнено, был там по наковальне. На самом деле, тема неплохая. А, менюшечка, включись, пожалуйста. Мне надо посмотреть снаряжение. А, второго нельзя. Смотри, что у меня есть. 67 атаки, а? Как тебе такой расклад? Как тебе такой? Все 9, весь все плохо. Вот это хорошая тема. Вот это годнота. Вот это мы зашли, называется. Фу, и такого здесь на самом деле довольно много, если так подумать-то. Лекарь. Давайте вернемся к нашему братишке. И 300 метров? Мне казалось, что я как-то ближе нахожусь. Так, 312. Еще раз. Что я никак не то самое. Не разберусь тут до конца. Так, задание. У нас сейчас ничего не дохранить тебя. Вот это вот нам надо. 106 метров. Агер-геру. Можно быть египетский выучить таким образом. Так. Амон и Исида откликнулись. Баек снова в Сиве. Имя угарное, да? Как буйок практически. Баек. Баек-шмайк. Так, хочу уже добраться до Александрии и посмотреть, что там у нас творится. 5-й левел, между прочим. Такс. 20, ты там зашкирился. Я тебя долго ищу. Ты должен быть здесь уже. Где ты там, зараза, запрятался? Вот он. Вот, только не убивай его, пожалуйста. Он нам еще понадобится. Ты готов? Путь вы сможете вернуться сюда, да. Давай. Я знаю, что мы сюда можем вернуться. Поэтому весь Assassin's Creed, что ты можешь выполнять эти задания попозже чуть-чуть. Либо уже их выполнить. Мне нужно идти. И отправиться. Еще не всех виновных настигла расплата. Например, того, кого зовут Змеем. Как ты найдешь их всех? Айя напала на их след в Александрии. Я еду к ней. Она хотела повидать брата в Великой Библиотеке. В Библиотеке? И просила передать тебе лишь одно слово. Серапис. Серапис? Общий бог греков и египтян. Да, конечно, ясно. И Байк, твоя борода просто ужасна. Прощай, друг. Да, понятно, ясно.
Сука, перевод прекрасен, блядь. Да, ясно, понятно. Ок, лол, кек надо было еще сказать. Кажется, у нас проблема. Лейла, тебе нужен еще циклоспорин. Срочно. Лейла, подъем. Мне что, спуститься? Жестко. Жесть какая-то творится. Сейчас, пока это дело все загрузится. Лейла? А вот что будет дальше, друг мой дорогой, ты узнаешь уже в следующей серии, поэтому не забывай подписываться, ставить пальцы вверх, и мы будем дальше проходить, нет, в любом случае будем проходить Assassin's Creed, тут вообще без вариантов. Но тем не менее, надеюсь, что ты останешься со мной. Увидимся, услышимся, всего хорошего, пока-пока.